К другим новостям. Новоизбранный президент ФИФА намерен уйти в отставку. О своем намерении Йозеф Блаттер заявил через 4 дня после избрания на пост. Его преемника выберут на экстренном конгрессе организации. Встреча должна состояться зимой 2016 года. Наш репортаж продолжит тему. Йозеф Блаттер решил уйти в отставку из-за недовольства в футбольном сообществе. Об этом 79-летний президент ФИФА заявил на пресс-конференции в Цюрихе. Несмотря на то, что меня в очередной раз выбрали президентом ФИФА, в футбольном сообществе поддержки больше нет. Я говорю о фанатах, футболистах, представителях клубов и всех, кто любит этот вид спорта. Блаттер также заявил о намерении после ухода с поста президента продвигать ФИФА структурные реформы. Он предложил выбрать преемника на экстренном конгрессе организации, который должен состояться с декабря по март 2016 года. Иорданский принц Али бин Аль-Хусейн, конкурент Блаттера по последней президентской гонке, уже выразил желание участвовать в новых выборах. 29 мая, за 2 дня до голосования, 11 чиновников Международной федерации футбола были арестованы. Задержанным предъявили обвинения по целому ряду статей: мошенничество, вымогательство, отмывание денег, а также получение взяток и откатов. Хужао, CCTV.